Я иду сквозь крапиву. О, вот это же скач. Я не знаю, короче, куда мы попадем, но я полез, короче. Давай сюда, подержи. Сейчас, подожди, надо подключить. На что напоролся? Или ты испугался? Давай, герой! Молоток. Ух ты. Ништяк, да? Спасибо. Так, что мы здесь видим? Ё-моё. Тебе фонарь, мне кажется, нужен, да? О, вот нам пол. Ну, точно не проломится. Странно то, что батареечку снимали. Ну, это душевая была. Так. Включили свет, чтобы... было все понятно, куда мы идем. Ну, это, скорее всего, туалет был. Дальше, слушай, тут плита, короче, сверху рухнула. Ничего себе, здесь арматура торчит. Не знаю, сквозь нее я пройду, тут нет. Ага. А, так тут кирпичики кто-то ворует потихонечку. Вот. Не знаю, что это такое было. Наверное, котельная какая-то. Бак он, смотри, наверху стоит. Что написано? Диоды. Год-то какой? Вот смотрю. 1 августа 2008 года. Понятно. О, там туфелька была. Что? Туфелька. Кто-то ее поджег. Туфелька сгорела, да? Так, ну что, и как мы попадем-то? Ну это скорее котельная была, потому что смотри, это уголь. Уголь, ничего себе. Привезенный уголь. Там забор, кстати. Что здесь, куда лучше-то войти? Смотри, здесь что-то выкопано было. О, ящерка. Вот она. Смотри, вот тут она. Вот она бежит. Только не в норку. Собака, вот так-то что-то поймал. О, лестница на второй этаж. Мы пройдемся сначала по этому, по нижнему. Да. Я должен подвал найти. Ой, что такое? Что, искать будем куда-то? О, ну вот, по-моему, это и есть, короче. Это, вон название. Читай. Калабрийская фабрика тваряной обуви «Восход». Вот. Так. 2000... А, 77-й год, ничего себе. 77-й год. Колязин тип 3-2767. Вот. Что-то здесь валяли, короче.
Дурака, что ли? О, дверь старая, разбитая. Да, документов здесь много валяется. Слушай, это прямо идеальное место для того, кто захотел посрать. Прям пришел, и бумаги тут навалом, пожалуйста. Вот. И срать можно, где попало. О, смотри, вот здесь, видишь, к стене что-то было прикручено. Висело что-то такое. Старые окна. Ой, а что я свет-то не включаю? Старые окна. Корзинки какие-то старые. Что-то у них тут лежало. Лопата, смотри, старая. Вообще прям. Деревянная. Деревянная, да. Взял. Круто. Такой приборчик. Тоже старый. Весь. Вообще конкретно. Пуск? Пуск. Пуск. А, нет. Заклинил? Да. И выключить не можешь. Да. Все. Начнется апокалипсис. А это что такое за палочка? Это крючочек, это что-то доставать было. Это специальный приборчик, которым что-то подтаскивать. А, понятно. Метелочка. Да. О, смотри, какой огроменный, большой, огромный цех. И, кстати, смотри, опять эти штучки присутствуют. О, прям целая огромная лента. Да, вот здесь. Целая огромная лента. Вот тут еще, смотри, транспортерные ленты. Но тут, скорее всего, какие-то станки стояли. И вот это на них ремни какие-то были одеты. Угу. О, я другого просто не знаю. Варианта. Может, это стащили этими ремнями, вот эти, которые с иголочками. Они тоже, походу, одевались, они прям мотали. Видишь, столы какие-то стоят. Явно не теннисные. Ты, кстати, ходишь и аккуратнее, чтобы в ногу гвозди не повпивались. Вот. Видишь, линолеум был прибит по кругу, чтобы скользило получше. Не яма. Дырка. Ну что тогда? Дырка. Технологическое отверстие. Все, все. О, смотри. Это что такое-то? Это на что похоже-то? На станок. Ну, станок, кстати, похоже, да. Причем, смотри, он там есть какая-то ручка, что-то там тягалось. Что, приопустить его? Ну-ка, да, приопусти его вниз. Вот. Ничего себе. Что-то даже... А, слушай, наверное, весы были. Весовая платформа, скорее всего. Да, да. Весы, скорее всего, были. Здесь что-то стояло. Весы, весы были. Однозначно. О! Видишь, какая штучка еще? Приборчик. И на ней эти шипы сделаны. Четко? Да. Как собак чесать и кошек.
Да, вода уходила. 100%. В принципе, больше здесь пока смотреть не на что. А эта штука, скорее всего, стояла. Туда, видимо, кто-то пытался залезть. Там, наверное, еще что-то есть. Потом поезжали. Ну, у нас все равно второй этаж еще. Вот, видишь, такая комнатушечка. Это явно был сортир. Видишь, такой самодельный. Очко заделано, и сюда так вставлен. Вон еще даже это. От бачка валяется. Запчасти. Так. Слушай, отделочка такая нормальная была. Вот. Вон крыша-то, видишь? Мы, походу, туда на крышу хотели залезть. Да. А вот смотри, еще эти штуки лежат. Интересно. Чем вычесывают их? Ржавые, ржавые. То есть уже не поработают, да? Не, ну теоретически-то можно поработать. Ничего себе. Сирена? Какая сирена? Это колесико. Прикручивалось к столу, и он ездил. Дверь такая, кстати, неплохая-то стоит. И темная комната. Темная комната. Не знаю. Я думаю, лавочка какая-то была. Перчаточка лежит, чья-то кепочка висит. Это шкафчик для переодевания чей-то был. О, здесь второй нормальный цех. И вот они пошли, тут валенки, какие-то калоши лежат. Задний фонарь от Волги. Волгу тут, скорее всего, разбирали. Это вот походу от стиральной машинки. Колпак. Колпак. Бампер. Бампер. Не могу сказать, от какой машины. Может быть, от москвича. Они не сделаются. Колесико от тележки. Ну. Очки защитные. Да, ну, без очков в стаке нельзя работать. ПТБ. Тут комнатушка какая-то была. О, счетчик. Электросчетчик. Да, много всякого интересного, ненужного валяется. Масло, что ли? Щеточка. Это масло. А, нет, дождите. А, вот это. Я же тебе говорю, что это от москвича. Вот это тоже торпеда от москвича. От старого-старого москвича. Это, скорее всего, от Урала колесо.
Или от вас хода от какого-нибудь? Вентиляционный этот. Вентилятор, да? Сумочка женская. О, слушай. А это вот, кстати, это знаешь, что такое? Чё? Здесь этот, как его, станок стоял, которым шить-то. Это швейная машинка. Стол от швейной машинки. Да. Бетон, что ли? О, трубы от этих, от самоваров или от чего-то, от буржуйки, от какой-нибудь. Вот кто-то сидел, отдыхал. Кирпичики вон тоже кто-то выкладывает. О, я же говорю, это от москвича. Это на заднем стекле. Раньше не было же тонировки. Так вот ставили вот такие штучки самодельные. Вот, на заднее стекло. И это было круто. Типа колхозная тема. А. Что за книжка? Биография Энгельса. Ага. Однако. Да. Много всяких тут примочек. Лягушечка маленькая прыгает. Тынь-тырень-тынь. Заблудилась. Матрасик лежит. Подушечка лежит. О, слушай, а здесь у кого-то куры жили? Курятник? Ну, я так думаю, что это либо курятник, либо этот, как его? Крольчатник. Крольчатник. Тут что-то черное лежит, даже непонятно, что, графит, что ли? Не знаю. Это, скорее всего, крольчатник. Скорее всего, да. Ну все, фактически здесь больше смотреть не на что. Можем вернуться к этому, как его? К дому входа. О, слушай, а тут-то мы еще не были. Тут, смотри, вообще вытяжка стоит, телогречка чья-то висит. Смотри, сколько еще здесь одна ниток каких-то разбросано. Здесь еще что-то было, походу. Котел, что ли? А теперь бабочек много. Ну, они от жары прячутся. Да. Смотри, тут даже пол разобрали. Каменный, что ли? Ну да, из больших, видишь, блоков таких сделан. Так и железо еще не все выдергивали отсюда. Слушай, я что-то даже вообще понять не могу. Что-то мы уходим все дальше и дальше и дальше от второго этажа. Слушай, ну много народ тут ходит, смотри, сколько следов. Ну это, видимо, тут местные тусуются по, да, вечерам. Так, дома были. Да? Угу. Вот, ну это же что? Это же что такое было-то? Вот, ну, для чего вот такое? Скорее всего, церковь какой-то, он ездил туда обратно. Может быть. Что-то парки, что ли? Не знаю. О, смотри, здесь вообще люк какой-то в полу. Вот это стекловато. Стекловато, да, она прям пустит. Самодельная, да?
Да, мощно, мощно. Что, пройдемся дальше? Конечно, не. Ну а что ты хотел? С 77-го года все заброшено. С 77-го года. О, а это что такое? Циферки. Это этот, походу, счетчик. Потому что здесь цифры напрягать должны. Кто вообще знает, что это такое? Пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях. Что-то непонятно даже. О, подожди, тут что-то написано. Реле. Временного времени программное. Ничего себе. Ну, самое обязательное. О, как. А мне почетчик еще вам нужен был. Ну да. Ничего не знаю. Слушай, здесь валенки делали. Смотри, обрезок валенок сколько. Там же было написано, типа, этот завод по изготовлению был. О, смотри, сколько обрезков. Ого. Нормальный код. Да. У меня там тепло было. Еще вот какой-то цех. Ткань. Ткань какая-то. Разве цветов, что ли? Да не, может, карманы какие-то. Я говорю, здесь что-то шили. Круто. Я, кстати, это про него анекдот знаю. Хочешь, расскажу? Да? Короче, Алёша Попович, да, вот, идет, короче, шлем у него такой нормальный, кольчуга висит, тут у него палец, тут у него меч, короче, вот, ботиночки такие, вот, ну и он такой пылит, короче, по дорожке, вот, и доходит до камушка, где написано там, налево пойдешь, короче, там то потеряешь, направо пойдешь, там то найдешь, прямо там, ну, в общем, это. И сидит, короче, на пенечке рядом с камушком гуслер. И какую-то музычку, короче, такую лобает. Вот. Ну, короче, шел. К уебени этому, короче, блядь. Гуслер улетает, короче, зубы выплюнул, короче, кровь хлещет, короче, лежит такой, трясется и спрашивает: Алёша, я что, плохо играл? Не, играл-то заебись, но вот эта хуйня, это была лишняя. Нормально. Так, что мы тут дальше видим? Не курить. Не курить. Ты специально для себя не курить. Холодильничек разобранный. О, боты. Валяется. Боты. О, ботинки вообще новые. Смотри. Жесткие, походу. Да. С пяточки. Прям прощай молодость. Какой размерчик-то? Непонятно, да? Да ты так сильно слепишь. 245. Ну слушай, это 40. Нет, тут 39. Если не оказалось, 41. Сапожки тут какие-то валяются. Еще что-то тут такое. А, тут стеллажи какие-то были. Видимо, это. Что-то тут соскладировали. А, склад такой, наверное, был. Какой-нибудь. Небольшой. О, а стол-то ты посмотри, какой старый.
стол реально, смотри, какой старый, какой резной. Да это просто подкладка. Реально, смотри, какой старый. Ну-ка, задвинь это. Обалдеть можно. А эта середина не вытаскивается? Обалдеть. Крутяк. Крутяк. Аккуратно, смотри, здесь какие штыри из двери торчат. О, смотри. Что здесь написано? Штемпельная. Печать здесь, краска была для печатей. Она... Ну, раз, чпок. А тут что? А, вот эта краска, ну, кстати, бач. Так, смотрим. Сапоги вяловые, детские, медвежонок. Размер такой-то. Цена 39 рублей. 0,0 копеек. А, это сорт второй. А первый сорт 41 рубль. Изготовление 1991 год. Нормально. Вот так-то. Вот это краска, да? Да. Для печати. Не, не для печати. Это что-то красить там. Ткани. Еще что-то. О, ничего себе, тут цветок огромный был. Дерево. Да. Счеты тут разбили, походу. Ой, какая старая древняя лампа. Ну, в смысле этот. Люстра. И эти лампы, смотри, они завернутые в это, в бумагу. Они совершенно новые, даже ни разу не висели. О! Обрезка тут вообще просто шляпа. Мы прям по ним идем. По валеночкам. По детским. Можно сказать, по медвежатам. Да. Слушай, большой цех-то был. Тут даже, смотри, какая-то вентиляция стояла. Чтобы люди не задыхались. Вот смотри, раз станок стоял. Станок раз. Вентиляция раз. Станок 2, вентиляция 2. Станок 3, вентиляция 3. Станок 4. Вентиляцию сняли. Которая на стенах была, вот она. Да. Не, тут скорее всего окна были, видишь, их заделали, свеженький кирпичик-то. Неизвестно. Вандалы. О, ничего себе. Одну минуточку. Чайничек. О, вот они сапоги-то. Вот они сапожки-то стоят, вообще новые. Ну, видно, что они уже прогнили все. Да. Однако, шкаф один упал, ну его просто уронили. Второй шкаф упал, видно, что его уронили. О, и здесь видишь, видимо, народ переодевался, потому что, видишь, шкафчик, это, да. Рубашечки висят. Смотри, имеет. Штанишки висят. Чё, кто? А вот ремень даже с кожи. А, да. Слушай, да. А что здесь за комнатка? Ну, скорее всего, туалет был. Бачок вывернул. Что-то мне в руку впилось. Короче, они здесь переодевались.
Еще какой-то шматье лежит. Тут тоже. О, лист. Да, водки тут немерено. Вот еще шкафчики пошли, видишь? Это раздевалка, походу. Здесь рабочие приходили, переодевались. Вот. И уже дальше шли работать. Расчески. Это, судя по всему, женское отделение. Вот. Потому что то, скорее всего, было мужское, а это вот женское. Даже женский сапог, видишь, лежит. Я же все-таки прав был. Вот. И тоже у них свой туалет. Своя душевая была. Чуть поистрахнул. Я же говорю, женская раздевалка и женский ботиночек. Вот еще один. Расческа вообще лежит. Ну там еще две было, да. Вон еще туфли даже, эти, да. Ебанцы. А, ну и здесь, смотри, плитку начали выворачивать. Вот три штуки, видишь, вывернули. Угу. Значит, сюда доберутся тоже потихонечку. Разворуют. Здесь, наверное, кладовка какая-то была. Вот. А, нет, здесь что-то закопано, видишь? Это баллоны, ресиверы для воды, скорее всего. И, видишь, эти закопанный большой. Все равно тут еще отсюда они все сбрязывают. О, респиратор. Смотри. Угу. Что-то красиво, да. Ну, или не, чтобы не дышать пылью. Перчаточки, шмоточки. Все легко и просто. А, ну вот мы практически уже пришли к тому месту, где мы уже были. И сейчас, значит, получится, что поднимемся на второй этаж с тобой. А, вот здесь мы еще не заходили. Или заходили? Нет. А, ну просто какой-то цех. Просто цех. Нифига себе, душка, ты меня испугала. Пойди, какая жара. Ага. Здесь электрощитовая, наверное, была. Видишь, это... Много всякого тут электрического валяется. Прокладки какие-то для труб. Вот, может быть, здесь бойлерная была. Я просто хотел это, чуть-чуть выйти на улицу, короче, и это, посмотреть, как снаружи все это дело выглядит. Цех вот там вот огромный. Слушай, а тут какая-то, это яма, что ли? Или чуть такое, да я туда пролезу. Ты пока постой здесь. Огромная такая кирпичная колодец, короче, яма с водой. Больше, в принципе, нет ничего. Вся территория вообще наглухо просто заросла. Пройти нереально. Вообще нереально. В этой комнатушечке мы были. Второй этаж, что ли? Не понял. Тут дверка какая-то есть. Как туда пролезть-то? А, нет, здесь вообще отдельное помещение. Ничего себе! Тут для лошадей висят, как они, хомуты. Один хомут, второй хомут. Для лошадей висят хомуты. Может, конюшня какая была, или еще что-то. Куча какой-то проволоки. Стулья, много ремней. Ремни, скорее всего, для станков.
прибор тут такой лежит. Амперы мерить, амперметр. Что у нас тут еще есть? Ящики какие-то. Прокладки. Ящики, соответственно, все пустые. Табель. Вот так вот. Отдельная комната вообще, представляешь? А это что такое? Что это такое-то? А? Никто не знает. Что это такое-то? Светильники, что ли, какие были? А? Кто знает, напишите в комментариях, что это такое. Для чего это вообще использовалось? Причем эти штучки только две. Больше таких нету. О как. Вон еще один какой-то амперметр валяется. Смотри, что нашел. Как ты думаешь, что это такое? О, счеты. Счеты поломанные валяются. Это для света? Я не знаю. Я уж тебя и спросил, что это такое. Так я какую знаю. Ну, я у тебя и спросил, догадки я есть думал, какие-нибудь? Ты знаешь. Нет. Так. Это вообще непонятно, что через какую-то деревяшечку сделано. Да нет, это прокладки чего-то. Труб, что ли? Или еще что-то. Хочешь, возьми, да. Здорово, Саша. Что у нас здесь? Вот вход на второй этаж. Там еще одно здание. Мы тоже сходим. Там огромный овраг. Вот вход на второй этаж. Дверь тоже утепленная. Вань Джарыхов. Вань Джарыхов. Заходим. Ну, прям лестница. Реально прям как в это. В 80-х. Или в подъезд, думаю. Да, ну старая, видно, что такая добротная. Лестница-то. Поднимаемся на второй этаж. О, слушай, тут стремянка есть, чтобы попасть на чердак. О. Здесь, наверное, бухгалтерия была. Потому что вот тут сейф какой-то лежит. Причем этот сейф уже распилили. Меллер. Существительное. Москва. Сейф такой добротный, но у него жопу здесь распилили, соответственно, все разбили.
и все вытащили. А как он выглядит-то с этой стороны? Да никак вообще, никаких ручек, ничего. Значит, он лежит на самом этом, на двери он лежит, дверь внизу. О, какой, видал сейф? Лето. Лето. Какой год-то хоть? Ничего не сказано. О, здесь что у нас такое было? Посмотрим. Это у нас что-то... Чертежи какие-то чего-то. План чего-то. О, кстати, слышь, билетики на автобус. 20 копеек. Ничего, ладно, не с таким не ездят. Прикинь. Круто. Ключ-то огромный. Круто. Здесь что написано? Нет. Проект строительства. Бюро. Ага. Заказчик. Рабочие чертежи. 74-й год. Прикинь. И вот чертеж огромный. Прикинь. Обалдеть. Туалет тут был. Ну, а тут тоже, видишь, бухгалтерия вся завалена какими-то бумагами. О! Обувь вяленая. Обувь шерстяная. Какие-то таблицы. Ну точно, наверное, кабинет директора был там. Бухгалтерия. Ну и так далее. Вот так по кругу мы проходим. И опять оказываемся непонятно где. Да. Да, я ж поэтому и говорю, аккуратней ходи. Вот. Что, наверх будем вылазить, смотреть? Пойдем. Вентиляционная это, которая вытягивала. Это вот, скорее всего, где мы были, помнишь, с тобой считали вентиляторы? Да. Это четвертый экран, да? Да.
Потому что, в принципе, здесь больше на самом деле-то и посмотреть, ну, некуда. Вот там еще одна какая-то постройка. Да, летит далековато. Вон, видишь, она вся разрушенная, упала. Может быть, даже этот дом какой-то жилой. Такой серьезный вообще, на самом деле, проект-то. Его вот так вот забросили. А мы теперь задаемся вопросом, а что это валеночки-то не продают? Так потому что их просто теперь уже не выпускают. Вот, это скорее всего дети делали сами себе. Видишь? Детишки игрались. Касс тут, бухгалтерию вели. КПСС. А, и вот тут, наверное, они по дереву залазили. А что у них тут есть? Что-то печати, что ли, смотрю. Какие-то. Ну-ка. Ничего себе. Нашли открыточку. Октябрьская революция. 1917. Вот. Но на самом деле год выпуска 1974. А здесь написано: уважаемые, ну не подписались, там непонятно кому чего что. Поздравляю вас с знаменательным праздником 57-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Вот. И это подписи. И число стоит. 1 ноября 1974 год. Калининская область. Калабрива. Во как. Ты прикинь. Расчесочка тут какая-то была. Ну ладно, это мы еще здесь оставляем. Продолжаем двигаться дальше. Вот. Сейчас вот туда вот я на уголок схожу. Посмотрю. О, слушай, а река-то вот она. Ты посмотри отсюда, какие виды вообще. Просто... Сюда провода приходят. Дальше куда это идет, неизвестно. Но вы обратите внимание, насколько здесь прекрасный вид. Приедь, когда пиво прыгнет голышом. И покатиться прям до речки, да? Да. Ну, скупнулся. Круто. Женский какой-то. О, видишь, а тут какой-то надстрой был. Ну, крыша была своеобразная, и чердак был, но он осыпался, крыша тоже развалилась. Я туда даже не пойду, потому что там гвозди, не хочу себе пропороть ногу. В принципе, мы здесь уже прошли все. Слушай, весь прикол, да, смотри, здесь, короче, огромные, большие муравьи, короче, лазят. Ну, и атакуют такие. Чё там, чё вообще происходит? Куда, кто пришел тут на нашу крышу? Ядрен батон. Да, вот так бухгалтерия, короче, выглядит. А вон между деревьями наша машинка стоит, ждет нас. Так припарковались мы неплохо. А кстати, слушай, надо просчитать, как можно проще нам пройти-то до нее. Там где главный выход, так же пойдем.
Ух ты, вода. Ну вот этот я и показывал, что это квадратный этот бассейн какой-то. Нет, мы можем вот как сделать. Там же выход был. На питбайке поехали, видел? Да. Вот туда вот дойти и там выйти. А. То есть вот так через цех пройти, чтобы не по крапиве лезть. Да, нет? Да. О, вот, точно такая же. Да? Нет, это же другая вроде. Тоже Октябрьская революция. Похожая что-то. Ну, много-много, смотри тут. Женский сапог лежит. А, вот сюда мы не заходили. Тут, конечно, тряпья всякого полно. У нас и бордей не было. Рубашечки, юбки. Там были, да? Да, были. О. Еще на самом деле есть чердак. Слушай, может ты встанешь, руку вытянешь и аккуратно, медленно-медленно это пройдешь вокруг. Прибор держать там, не трогай. Не трогай. Крепкая, да? Да. Да не, на эту бать, проще было ее к стене прислонить и все, и ты бы ее просто придерживал. Ну давай так сделаем. На ногой у меня упрешься и все. Так, это походу, конечно, низковат, но... Можешь даже это, свет включить. Два раза. Ой, спасибо. Так, взялся. Он не улетел. Тут помедленнее так. А это на подсторонние силы будут, да? Готово. Смотри, какую картинку интересную нашел. У кого-то хуй задымился. Да не, это просто так где-то прыгнул. Своеобразно. Ничего себе, видел, как улетела вообще бумажечка. А это ж духи, батя. А, душа, духи? Да, они сюда идут. Ты уже у нас молодых от пенала. Ядрен батон. Че? Духи. Духи и черпаки, короче. А, они стекло разбили? Да. Они прям взяли булыжник и высадили его нахрен. Это вообще совершенно не к добру. Потому что если бы это было к добру, вот, то... Было бы к добру, да? Совершенно верно. Это было бы очень добренько. Вот смоли тут нет, они сейчас у нас побычки, я бы его так фонариком бы посветил. Черную-черную ночь. А что это у вас тут? О, чего обложки? Сен... А. Инструкция по технике безопасности. О, ништяк. А нам сейчас пригодится. Видишь, тут кирпичики лежали. У нас еще один был сынок. А,
вообще надо сюда идти. Вот, помнишь, я тебе говорил про то, что это, вентиляция это. Вот она, походу, где-то здесь. А, вон она в потолок уходит. Вон она, видишь? Да, да. Так что так вот.